те люди в ноябре 16 года. Если Хиллари победит, то с ней должно случиться то же, что случилось в 68 году с Робертом Кеннеди. Допускать нельзя. При этом, если пристрелят Трампа, это не важно, потому что там есть и другие политики. Все эти ребята с мексиканским происхождением в бэкграунде, да, они все католики бывшие, по этой причине они все изоляционисты. А вот от финансистов Буша уже замочили, осталось только Хиллари. Обращаю внимание, вначале пытались двинуть Байдена как альтернативу Хиллари. Байдену, видимо, что-то предъявили, но он отказался. Потом, соответственно, он сказал, да, вот зря я отказался. Придумали Сандерса, который открыто про себя говорит, что он социалист. И Сандерс фактически побеждает Хиллари в Айове. При том...